Вместо доски – экран телевизора, вместо ручки – микрофон. На этот раз слушатели языкового центра 8-й гимназии собрались в караоке-баре. Место для проведения музыкальных уроков английского предоставили руководители кинокомплекса «Люксор Аймакс». Почувствовать себя на несколько минут звездой зарубежной эстрады смогли все, тем более, что каждого исполнителя оценивали представители международного жюри. Но главным критерием были не вокальные данные, а чистота произношения и отсутствие языковых ошибок. Татьяна Томич из Сербии и швейцарец Клаудиус являются частыми посетителями лекций и уже стали для слушателей не только педагогами, но и хорошими друзьями. Носители языка уверены, что подобные формы изучения английского просты и эффективны. Это намного проще запоминать слова под мелодию. Лично мне такой способ реально помог изучить английский. Это не мой родной язык. Когда ты поешь песню, понимаешь, о чем она, становится интересно. Ведь если хочешь изучить что-либо, неважно что, должен быть прежде всего к этому интерес. Так ты сам выбираешь подходящую для себя песню, начинаешь учить стихи. Такой метод, я считаю, лучший способ изучить язык. Слушателям языкового центра G8 такие занятия приходятся по вкусу. Исполняя иностранные песни, можно не только потренировать свои голосовые связки. Напевая предложения, фразы запоминаются быстрее, и такая форма обучения подходит для тех, кому необходимо освоить разговорную речь. Практиковать разные формы общения языковой центр 8-й гимназии предлагает и по другим, не менее интересным методикам. Ходили в походы, при этом разговаривая на английском языке. У нас был дайвинг на английском. Мы выбирались и занимались фитнесом с английским языком. Хорошо знакомы процедуры, это у нас походы в кинотеатр, где мы смотрим фильмы на английском языке, кафе, рестораны, где мы общаемся на том же английском языке. В центре английского языка G8 работают педагоги, у которых большой опыт преподавания в ведущих вузах страны и мира. Слушатели центра отмечают, что практиковать английский можно и не выезжая за границу. Чтобы записаться на курсы, нужно обратиться в языковой центр 8-й гимназии или зайти на действующую страничку в Фейсбуке. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.